В Москве наградили якутских сотрудников МЧС, победителей первого общероссийского конкурса «Искусство на службе спасения». Конкурс был объявлен в феврале текущего года и собрал больше сотни работ по 6 номинациям. Музыка, театр, изобразительное и перекладное искусство, сюжеты для кинофильмов и видеосюжеты, а также литературные произведения. От Якутии призовые места заняли 2 сотрудника в номинации «Изобразительное и прикладное искусство» за создание снежных фигур, ледовых скульптур и художественную резьбу по кости получил Александр Винокуров. А в номинации «Видеосюжеты» за видеосюжет «Ветераны МЧС» награду получил Виталий Абрамов.